ваш номер, пожалуйста. Станция. Вот уже полчаса я пытаюсь дозвониться. Мурей Хилл, 420098. Номер все время занят. Я не понимаю, что там случилось. Вы не могли бы мне помочь? Мурей Хилл, 420098. Да. Минутку. Там не может быть долго занято. Это контора моего мужа, и он задерживается сегодня. Я одна в доме, я инвалид. Я очень плохо себя чувствую. Пожалуйста, поторопитесь. Соединяю, Мурей Хилл, 420098. Хелло. Хелло, можно мистера Стивенсона попросить телефон? Хелло. 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 Хелло, Джордж. Слушаю, сэр. Хелло, кто это? Повесьте трубку. Ну, какой это номер? Мы получили сообщение от нашего клиента. Путь свободен. Ясно, сэр. Откуда вы говорите? Из телефонной будки. Окей. Адрес вам известен? В 11 частные патрульные уходят в бар выпить кружку пива. Проследите, чтобы все огни внизу были погашены. С улицы должно быть освещено только одно окно. В 11:15 поезд подземки пересекает мост. В случае, если ее окно открыто, шум поезда заглушит крики. Окей, понял. Постарайся не копаться и как можно меньше крови. Наш клиент не желает, чтобы она долго мучилась. Нож подойдет? Да, нож будет окей. И помни, необходимо снять все кольца и браслеты и захватить все драгоценности из ящика бюро. Наш клиент желает, чтобы это было похоже на простое ограбление. Ладно, я усек. О, Господи, какой ужас. Ой, какой ужас. Ваш номер, пожалуйста. Станция? Меня разъединили. Простите, мадам, какой номер вы вызывали? Я? Мне был нужен номер Мурей Хилл 420098, но мне дали не тот номер. Наверное, какие-то провода перепутались, я не туда попала. Девушка, вы должны немедленно узнать, какой это был номер. Простите, я не совсем... Да, да, я знаю, что я не должна была подслушивать чужой разговор, но эти двое, это хладнокровные негодяи, они собираются убить кого-то, бедную невинную женщину, совершенно одинокую, в доме у моста. Необходимо принять меры, надо предупредить. Какой номер вы вызывали? Это же не имеет значения, ведь это был не тот номер, ведь меня же не с ним соединили. Вы должны выяснить, кто эти негодяи, немедленно. Но, мадам... О, Господи, почему вы такая глупая? Послушайте, все просто, очень просто. Вы задели не ту цифру. Я просила вас соединить меня, Мурей Хилл, 420098. Вы набрали номер, у вас соскочил палец, наверное. И меня соединили с кем-то другим. Я их слышала, они меня нет. Бог мой, я не понимаю, почему вы не хотите повторить свою ошибку намеренно, теперь уже намеренно, и набрать Мурей Хилл 420098 так же небрежно, как вы набирали в прошлый раз. Мурей Хилл 420098? Ну-ну. Я попытаюсь соединить вас, мадам. Благодарю вас. Простите, Мурей Хилл 420098 занят. Станция! Станция! Да, мадам. Слушайте, вы даже не попытались соединить меня неправильно. Я же вам все объяснила, а вы дали правильный номер. Простите, какой номер вам нужен? Господи, неужели вы не способны хоть один раз забыть свое дурацкое, какой номер вам нужен, и сделать что-то необычное? Мне нужно проследить тот звонок. Это мой общественный долг и ваш общественный долг, наконец. Мы должны узнать, кто эти убийцы. И если вы не хотите... Соединяю вас со старшей. Ну, прошу, прошу. Старшая телефонистка слушает. Старшая, я хочу, чтобы вы проследили один разговор. Немедленно. Я не знаю, кто звонил и откуда, но проследить необходимо. Речь идет об убийстве, чудовищном хладнокровном убийстве невинной женщины сегодня, вечером в 11:15. Да, я понимаю. Можете ли вы установить номер и узнать, кто эти люди? При одном условии. При каком? При условии, что разговор продолжается. Если аппараты включены, номер узнать нетрудно. Если же произошло разъединение... Разъединение? Если абоненты прекратили разговор. О, ну теперь-то они явно перестали разговаривать. Прошло не меньше 5 минут. Они не из тех людей, которые висят на телефоне. Я попробую выяснить.
Как вы сказали ваше имя? Миссис Стивенсон. Миссис Элберт Стивенсон. И ваш номер? Плаца 422-95. Если вы будете столько времени причина, тратить... Причина, по которой вы хотите, чтобы мы проследили звонок? Господи, причина. Ну разве это не ясно? Я случайно подслушала разговор двух мужчин. Это убийцы. Они готовятся убить женщину. Об этом нужно сообщить в полицию. Вы уже сообщили? Я нет. Как же и я могу? Вы, частное лицо, хотите проверить разговор двух других частных лиц? Да? Но за это время, пока мы с вами здесь будем... Боюсь, миссис Стивенсон, что... Что? Мы не имеем права проверять частные разговоры по устному заявлению другого частного лица. Нам для этого понадобилось бы нечто более официальное. Ну, ради бога, неужели невозможно сообщить об убийстве, не запутавшись предварительно во всей этой бюрократической чепухе? Какая нелепость! Ну, ладно. Ладно, я позвоню в полицию. Смешно. Ваш номер, пожалуйста. Отделение полиции, пожалуйста. Соединяю с отделением полиции. Отделение полиции 43, сержант Даффи слушает. Полиция, с вами говорит миссис Стивенсон. Миссис Элберт Смит Стивенсон. Норт Саттон Пляйс 53. Я хочу сделать заявление об убийстве. Простите? То есть оно еще не произошло. Я только подслушала по телефону, что оно готовится. По неправильному номеру, с которым меня соединила телефонистка. Я пыталась проследить разговор, но там... В конце концов, мне кажется, что единственные люди – это вы, которые способны все выяснить. Да. Видите ли, я ясно слышала их планы. Разговаривали двое мужчин. Они собирались убить какую-то женщину сегодня в 11:15. Она живет у моста. Да-да, мэм. И еще там есть частный патрульный. Он собирается заглянуть в бар на 2-й авеню и выпить пиво. И еще там есть третий клиент, который заплатил им, чтобы они убили бедняжку. Они собираются снять с нее кольца, браслеты и потом зарезать ножом. Вы знаете, это меня так взволновало, я плохо себя чувствую. И... Когда это случилось, мэм? Случилось минут 8 тому назад. Значит, вы сможете что-то сделать? Ваше имя, мэм? Я же говорила, миссис Стивенсон, миссис Элберт Стивенсон. Ваш адрес? Номер занят. Может быть? Может быть. Я сама слышу, что занят. Мне не нужно объяснять, что номер занят. Если бы я смогла, ну, хоть на минутку встать с постели, смогла бы подышать свежим воздухом, просто высунуться из окна, увидеть улицу. Hello, Эльберт. Hello. 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 Черт, что творится с нашим телефоном? Hello. Hello. Господи, кто это? Hello. Ваш номер, пожалуйста. Hello, станция. Я не знаю, что творится с моим телефоном. Он меня буквально сегодня сведет с ума. Никогда еще меня так скверно и неумело не обслуживали. Послушайте, я инвалид. Я человек нервный, меня нельзя беспокоить. Если это будет продолжаться, я... Что вас беспокоит, мадам? Все. Тут весь мир могут перерезать. А вам дела нет никакого. Мой телефон звонит, не переставая. Да, мадам. Звонит и звонит. Каждые 5 секунд звонит, а когда я снимаю трубку, он молчит. Простите, мадам. Если вы повесите трубку, я проверю, в чем тут... Я не хочу, чтобы вы проверяли. Я хочу, чтобы вы соединили меня с ним, кто бы он ни был, и немедленно. Боюсь, что это невозможно, мадам. Невозможно? А почему, я хотела бы знать?
Наша система автоматическая. Если кто-то пытается набрать ваш номер, мы не имеем возможности проверить, по какому каналу осуществляется вызов, до тех пор, пока тот, кто вас вызывает, не обратится к обслуживающей его телефонистке. Так, более идиотской, бессмысленной системы, по-моему, нигде не существует. А я, между тем, должна тут сидеть, прикованная к постели, вздрагивать каждый раз, когда телефон звонит, и воображать бог знает что. Я попытаюсь проверить, мадам. Проверить, проверить, вы ни на что больше не способны. Идиотизм, тупость. Hello. Hello. Послушайте, прекратите свои звонки. Вы слышите меня? Отвечайте. Что вам нужно? Hello. Отвечайте. Hello. Hello. Это плаца 42295? Да, да, это плаца 42295. Говорит Western Union. Телеграмма для миссис Стивенсон. Кто получит сообщение? Это я, миссис Стивенсон. Телеграмма гласит: миссис Эльберт Стивенсон, Норт Саттон, Плейс, 53, Нью-Йорк. Дорогая, ужасно огорчен. Пытался дозвониться, но телефон был занят около часа. Уезжаю в Бостон 11:00 по срочному делу. Вернусь завтра полдень. Будь счастлива. Целую. Подпись Эльберт. О. Это все, мадам. Прислать вам письменный текст? Нет. Нет, спасибо. Спасибо вам, мадам. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Нет, это неправда. Он не мог так поступить, ведь он же знает, что я совсем одна. Это какой-то дьявольский трюк. Ваш номер, пожалуйста. Станция. Попытайтесь еще раз соединить меня. Муррей Хилл, 42098. Прошу вас. Соединяю. Муррей Хилл, 42098. Уехал. Как же это он мог-то? Как он мог? Я не могу оставаться сегодня ночью одна. Я не могу. Я не останусь одна больше ни одной секунды. Нет. Мне наплевать, что он скажет, мне наплевать на расходы. Я больна, я имею право. Справочная слушает. Дайте мне, пожалуйста, номер телефона больницы Хэншли. Больница Хэншли? Да. Вы знаете адрес, мадам? Нет, это где-то в районе 70-х улиц. Это маленькая, частная, очень дорогая больница. 2 года тому назад мне там вырезали аппендикс. Хэншли, Хэншли. Минутку, мадам. Пожалуйста, поторопитесь. И который час, пожалуйста? Не знаю, мадам. Вы можете узнать время, позвонив Меридиан 712-12. Господи, неужели так трудно? Номер больницы Хэншли, Баттерфилд 70105, мадам. Баттерфилд 70105, спасибо. Больница Хэншли, добрый вечер. Регистратуру, пожалуйста. С кем бы вы желали говорить, мадам? Мне нужна регистратура сейчас же. Мне нужна квалифицированная сестра. Я хочу нанять ее немедленно. А каков характер заболевания, мадам? Нервы. Я ужасно нервничаю. Я нуждаюсь в успокаивающем и сиделке. Мой муж уехал, и я... Вам рекомендовал нас какой-нибудь доктор, мадам? Нет. Ну, почему меня подвергают такому допросу? Мне нужна квалифицированная сестра. Я 2 года тому назад лежала у вас. Я намерена оплатить услуги. Мы понимаем, мадам, но сейчас у нас не хватает сестер, и заведующая велела посылать их лишь в тех случаях, когда лечащий врач считает это совершенно необходимым. Ну, мне это совершенно необходимо. Я инвалид. Я очень взволнована, очень. Я одна в доме, я не могу двигаться. Сегодня вечером я подслушала телефонный разговор, который чуть не свел меня с ума. По поводу женщины, бедной женщины, которую должны убить в 11:15 сегодня. И если кто-нибудь не придет ко мне сейчас же, я...
Просто за себя не ручаюсь. Понимаю. Ну что ж, я поговорю с мисс Филлипс, как только она вернется. Как ваше имя, мадам? Мисс Филлипс? А когда она должна прийти? Прав не знаю, мадам. Она вышла поужинать в 11 часов. 11? Но ведь еще нет 11. О, мои часы остановились. Я думала, они отстают. А сколько сейчас? Ровно 14 минут 12. Что это? Что именно? Вот это... Щелканье в моем телефоне, как будто кто-то поднял трубку парного телефона внизу. Я не слышала, мадам. Так по поводу... Но я слышала. В дом кто-то проник. Они внизу, на кухне. Они подслушивают. Они... Ой, я не сниму ее. Я не разрешу им подслушивать. Но если я не позову на помощь, пока они еще внизу, будет уже поздно. Ваш номер, пожалуйста. Станция. Я в беде. Ужасный. Не слышу вас, мадам. Говорите погромче, пожалуйста. Я не смею. Меня кто-то подслушивает. Вы меня слышите? Ваш номер, пожалуйста. Какой номер вам нужен, мадам? Вы должны услышать меня. Пожалуйста. Вы должны помочь. Мне помочь. Кто-то проник в дом. Кто-то, кто должен убить меня. Вы должны связаться с полицией. Он здесь. Он положил трубку. Идет сюда. Он поднимается по лестнице. Дайте мне отделение полиции. Полицию. Соединяю с отделением полиции. Полиции. 43. Сержант Даффи слушает. Hello. Hello. Отделение полиции. Даффи слушает. Отделение полиции. Даффи слушает. Простите, не тот номер.